здравствуйте. Это прогноз погоды на АТВ. Я Аза Кашапова. Расскажу, что нас ждет за окном в понедельник, 25 марта. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, без осадков. Днем ровно 0, ночью станет теплее, минус 16. Скорость ветра 11 метров в секунду. В южных районах солнечно, температура воздуха поднимется до плюс 11, ночью минус 9. Ветер немного стихнет, его максимальная скорость 5 метров в секунду. В западной части Бурятии солнечно, днем плюс 4, ночью минус 14. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В Кяхте также солнечно, днем ожидается 11 градусов тепла, ночью минус 2. Скорость ветра до 6 метров в секунду. В Улан-Удэ солнечно с потеплением, температура воздуха днем поднимется до плюс 11, ночью минус 5. Порывы ветра до 6 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова, до скорых встреч!